Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края, у себя на хозяйстве. У нас такая неприятность случилась с одной свинюшкой. Вот эти вот, видимо, коровушки. Ее немножко даванули. И у нее вылезла кишка. Сейчас я покажу, мы ее отсадили. Сначала думали, что может быть рожает она. Так, вот она у нас здесь сидит. Ну как у меня? Дай посмотрю, у тебя тут кишку-мешку. Вот. Вот у нее вот, шишка такая. Ну она все кушает, бегает. Но тем не менее, не знаю, что это такое. Может быть матка или что там такое. Непонятно. Все ходит, хрюкает, да? Ну а вот с такой вот шишкой на попе. Она еще больше стала, была меньше. Что это у тебя такое, а? Что это у тебя такое? Вот такая вот шишень. Так что не знаю, что делать. Думаем, наверное, убирать ее, что ли, придется. Ну, не мучить же ее. Думаю, что, наверное, придется убирать. Есть у нас еще хорошая новость. Родила последняя овечка у нас. Пандочка. Родила девочку. Рожала первый раз. Панде у нас получается год с небольшим. Ну, рана, конечно, покрылась. Но вот, родила хорошенькую, здоровенькую девочку, овечку. Вот, сейчас вам ее покажу. Вот и овечка. Вот маленькая ягненочка. А и вот наша пандочка. Мамаша. А, мамашка? Пандочка. Вот родила такую девчульку. Красотульку. А еще у нас хорошее событие. Цесарки стали нести яйца. Ну и вроде бы пока все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока! У нас еще одно радостное событие. Стали вылупляться цыплята. 49 яиц у нас хай-секс были, темные, которые. И остальные наши докладывали немножко кучинскую юбилейную. Так, сейчас покажу, что мы дальше стали делать с орешками.